Привет! Я шоколадное яйцо! Посмотри, что у меня внутри! Конструктор лесовичок солнечная ферма. У нас есть симпатичный сарайчик, заборчик и много зверят. Раскрываем? Опа. Вот у нас здесь, смотрите, сколько всего. Ух, сколько материала! И инструкция, вот такая вот инструкция. Ты уже зверят достаешь. Правильно, давай посмотрим, что за зверята. Перечисляй их. Давай, это кто? Это свинка. Свинка как говорит? Это у тебя кто? Как он говорит? Вот он, хвост какой. Это кто? Афа. Собачка. Аф-аф, да, говорит? Давай, доставай из пакетика. Кто у тебя там со зверят еще есть? Лошадка. Лошадку доставай. Как лошадка говорит? Давай, лошадку доставай. Смотри, какой у нее задорный хвостик. А это цыплятки. Вот один цыпленочек. И давай остальные доставай. Клади, да, клади, куры. Цыплятки и курочка у тебя. Вот они какие красивые. Сыпем пшено. Насыпем им пшено, да, курочки любят пшено. Ну что, давай с тобой собирать им ферму. Давай. Вот такая милая ферма у нас получилась. И даже остались запасные детальки на случай, если Анюта что-то потеряет. Ну что, насыпем пшено нашим животным? Ну, папа, чуть-чуть мимо. Чуть-чуть. Ай, как у нас много пшена теперь для наших зверят. Ставим туда, давай ставим. Аккуратненько туда им поставим. И наши цыплятки, смотри, будут кушать. Ой, как они будут кушать. Вот они, смотри, цыплятки. Смотри, ам-ам-ам. Клю-клю-клю, пшено. Клю-клю-клю, да? И я думаю, и свинка к ним подойдет такая. Хру-хру-хру-хру-хру-хру-хру. А смотри, курочка. Ку-ку-ку-ку-ку, ам-ам-ам-ам. И петушок такой взлетел. Ам-ам-ам, пшено кушает. И собачка. И лошадка к ним пошла тоже кушать. Видишь, какой у них пир. Всё. Аня покормит. Аня покормит, да. Так. Ам-ам-ам. Ам-ам. Ам-ам-ам. Аккуратненько их корми, аккуратненько. Они у тебя пшено кушают. Ой, как вкусно. Ам-ам-ам. Ам-ам-ам. Кушать пшено. Ку-ку-ку, мы теперь здесь живем, яйца несем. Ку-ку-ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку. Смотри, лошадка, прыг-скок, прыг-скок. Ам-ам-ам, прыг-скок. Ам-ам-ам. Нравится зверяткам, да? Ой, как им нравится. И хрюшка. Привет, привет. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. К нам пришел крокодил. А ты знаешь песенку про крокодила? Крокодил, дил, дил, плыл. Два. Смотрите, какой крокодил из болотных монстров. Резиновый китайский аллигатор. И умеет менять цвет. Давай всем покажем, как он меняет цвет. Вот у нас есть стакан с горячей водой. Опускай. Полностью опускай крокодила, полностью, с хвостиком. Давайте опустим. Вон, она же цвет меняет, смотрите. Смотрите, какой интересный, он посветлел. Ой, вода горячая. А теперь хвостик ему. Опа! Вот он какой стал, смотрите, какой красивый крокодил. Вот он был темный, а стал светлый. Вот такие болотные монстры сейчас продаются в каждом газетном киоске. Давай, он уже начал темнеть, да? Поэтому Анюта его окунает. Ну-ка, окунай его еще в стаканчик. Окунай.
Вот, он, видите, и сразу светлеет. Интересная игрушка. А это? Да. А в коллекции там и крокодилы, и змеи, и черепахи, и все-все. А еще? Еще, ну давай еще. Ой, сразу посветлел. Ой, забавный. А ты знаешь, что курочка несет яйца, да? А крокодил и цыплята вылупляются из яйца. Также и крокодил вылупляется из яйца, ты представляешь? Все. Все. Давай посадим нашу ферму крокодила. Вот так на заборчик посадим крокодила и попрощаемся с ребятами. Скажи ребятам пока-пока. Пока-пока.